Совсем скоро на арену Орловского цирка выйдут тигры. Московский цирк Никулина представит для орловчан и гостей города шоу «Планета-13». В качестве фаворитов на манеже выступят с новой программой Артур и Карина Багдасаровы. Первый раз в Орле за все время, да слава богу, что у вас отстроился такой комплекс, в который можно приехать и показать действительно хорошую, качественную программу. Молодая программа, всем одна молодежь, очень хороший темп. Адреналин получат все хорошие. Могут запасаться памперсами сразу же первые ряды. Не только дети, но и взрослые. В представлении примут участие молодые артисты цирка Никулина. А это акробаты, гимнасты, клоуны и не только. В кульминации программы на манеже появятся полосатые кошки. Грандиозное шоу стартует с 28 мая.